Друзья, всем привет! Сегодня распаковка очередная. Получил посылку, то есть человек заказывал сумку у меня. Посмотрим, что внутри. Сегодня две распаковки. Одна ожидаемая, вторая, конечно, неожиданно была. Давайте распакуем, посмотрим. Здесь полиэтилен, чтобы не порвать, вернее, не порезать. Лучше порвать, наверное, будет. Вот так вот. Сумка недорогая, заказывал всего, если не ошибаюсь, $16. То есть по себестоимости привез человеку сумку. Я уже писал в группе, да, и под видео писал, что если кому интересно, могу по себестоимости привезти любой товар из Китая. Намотал немало, такое ощущение, что здесь смартфон, а не сумка. Но и на этом молодец. То есть не пожалел. Но меня что удивило, сейчас достану, чтобы не шурудеть. Вот такая сумка. Что меня удивило в первую очередь, когда я заказал, было $16, сейчас захожу по ссылке, эта сумка стоит $50, не знаю, или продавец перегрелся, или что-то с ним случилось. Ну, пока что цена 50, хотя стоимость ее была $16, мы заказывали. Давайте я открою вот это все тут на липучках, вернее на скотче. Хорошо упаковано. Вот так. Знакомое мне уже вот это вот название. Вернее, мешок с этим рыцарем. Заказывал я себе сумку конкретно для себя. Есть видео на канале. Зайдите, посмотрите. И вот такая вот черного цвета. Сумка Polo называется. Скорее всего, это все кожзаменитель или переработанная кожа. Но мягкая на ощупь, то есть видим, даже тут слегка деформировано. Это все выравнивается. Нужно будет намочить, она разойдется. Сумка вот так вот в толщину. То есть вот моя рука, если видите, ну практически 4 пальца, если вам видно. То есть вместительная сумка, можно кое-что положить в нее. Не то, что там телефон и пачку сигарет, а достаточно много. И внутри, смотрите, если вам видно, друзья, здесь есть два отсека, такие не маленькие. Можно небольшой телефон, что-то типа еще пачки сигарет. Так, уплотнитель еще кусок. И здесь ремешок, скорее всего, да. Видите, ремешок хороший. В таком а-ля бронзовом цвете. Не знаю, может это есть бронза. То есть пряжка тоже упакована. Polo Within написано. Точно так же. Ну, черный цвет хороший, то есть практичный. Здесь молния, собачка, фиксатор стоит, то есть никуда она не убежит. Вот такая вот молния. Прикольно. Что внутри у нас еще здесь? Ну, места достаточно, то есть немало места. Хорошо, что она вот именно не плоская в виде как торбочки какой-то, а именно как сумка. То есть можно много чего в нее поместить. Здесь еще один отсек отдельно. Вот, видите, я открываю. Это такой своего рода как карман. Но он глубокий, видите, у меня практически рука помещается, ладошка полностью. Возможно, какие-то документы, паспорт и так далее можно хранить. Я не знал об этом кармане. И еще одно деление. То есть у нас полноценных три деления. Вот одно, второе, что я открывал, и третье. И здесь еще есть тоже молния внутри. Попробую открыть. Или я, наверное, закрыл ее все-таки, да. Просто не видно. Тоже, видите, практически ладошка не входит. Да, ну где-то наполовину. Тоже можно какие-то мелкие штуковины, портмоне или еще что-то хранить. Прикольненько. Единственное, что нужно привыкнуть, так как я смотрю на камеру, рукой пользуюсь. Ну, глубокая сумка, если вот так руку опустить, то есть видите, насколько у меня рука входит, где-то порядка 25-30 сантиметров. Больше здесь особо описывать нечего. Здесь магниты два, то есть на магнитах фиксируется. Не знаю, что это. Похоже, конечно, как на кожу с этой стороны. Но я думаю, скорее всего, это переработанная кожа. Но цена, как говорится, себя полностью оправдывает. Здесь карабинчик. Вот так вот прижимается, если вам видно. На карабинчик цепляется ремешок, то есть через плечо, там фиксатор, можно, конечно, фиксировать длину. Ну и все просто. То есть неплохо выглядит, тем более за эти деньги, он с двух сторон такой, видите, и здесь, а-ля бронза, как я уже говорил. И с этой стороны тоже у нас молния. Вот эти вот бирочки.
И здесь глубоко, конечно, даже глубже, чем ладошка входит. Хорошая сумка, если честно. Даже немножко неожиданно за 16 долларов я видел похожие сумки. Продавали у нас, вот я на рынок заходил, думаю, ради интереса гляну. То есть сумка практически в два раза дороже стоила, нежели здесь. То есть, если вам видно, неплохо. Да и приятная на ощупь, не знаю, вряд ли здесь кожа, но, скорее всего, здесь переработанная кожа. Магнитики вот так вот. Да и размер хороший. Можно, конечно, это все вот так вот сделать, но хорошо, что она не плоская, как обычные маленькие сумочки, то есть для всякой ерунды, а именно хорошее такое дно. Можно много чего положить. Больше писывать ее не буду, откладываю в сторону. Тоже ремешок даже. И вторая посылка, друзья. Пошел, когда я забирать ту посылку, тоже мне выдают вторую, опять же, для меня это уже как дежавю какое-то. Я уже рассказывал вам, когда получал пальто, человек заказывал. Мне выдали сумку, вернее, мне выдали еще одну посылку, такая, как не маленькая, большая, что-то, я думаю, что может быть. То есть, я отдал посылку девушке, оказывается, мне отдали по моей фамилии, но адрес тоже вроде бы мой, не помню уже точно. Кажется, тоже мой адрес был. Нет, адрес не мой, обманываю. Адрес был не мой, рядышком практически дом от меня. И была, конечно, фамилия моя, но телефон полностью не мой. И я, ну, думаю, может быть, кто-то мне решил подарить. Но нет, позвоню по телефону, если не смотрели то видео. Там девушка туфли заказывала бежевые. То есть отдал. Также с этой посылкой. Я пришел, думаю, да что тут такое? Я тоже не уверен на 100%, что это то, что я думаю. Но, скорее всего, нет, здесь не то. Здесь Mi, то есть что-то от Xiaomi. Не знаю даже, что это. Потому что, друзья, меня недавно со мной связался один из менеджеров магазина, если не ошибаюсь, Binds.com, там, где я заказывал смартфон, или Phone P10, если вы видели. То есть мне он недавно звонит и говорит, я вам отправил Transcend Т2000. Такая штуковина, если знаете, в виде флешки подключается к телевизору через HDMI порт, то есть своего рода такой мини-компьютер, можно передавать данные с планшета, с ноутбука, с телефона, то есть здесь, скорее всего, что-то от Xiaomi, если я не ошибаюсь, здесь может быть Powerbank. Вот это, конечно, прикольно. Да, Powerbank. Прикол. Так от кого этот Powerbank, мне вот интересно. Честно говоря. Просто я помню, видел когда-то Powerbank, вот именно коробочка. Я думал, все-таки здесь будет Transcend. Но, скорее всего, его еще не отправили. Отправили Powerbank. И я его не заказывал. Прикольно. То есть, мне пришел Powerbank, непонятно от кого. У меня нет, я записываю все заказы, которые у меня есть, что я заказываю, то есть, что я жду в заказах. Заказываю я смартфоны, то есть все заказы, что люди у меня просят привезти, вот сумка, еще там что-то едет, то есть люди заказывали. Но нету этого пауэрбэнка, я его не заказывал. Я не знаю, почему мне его отправили, кто мне его отправил. То есть нет у меня ни штрих-кода, ничего на вот этой вот бумажке. То есть здесь ничего нет, единственное, что здесь все мои данные, то есть мой телефон, мой адрес, ну практически, здесь не то, что практически, все мое. Здесь написано PC аксессуар. Если честно, и упаковка нестандартная. Никто так не упаковывает. Того продавца, которого я заказывал, не так упаковывает по-другому. То есть, не знаю от кого, но мне пришел вот такой вот Powerbank на 10400 от Xiaomi. Он честный. Здесь нет даже как бы капли сомнения, что будет что-то не так. Так как у Xiaomi, у Lenovo, у них все по-честному. Давайте отклею эту штуковину. То есть, Powerbank вот такой вот. Давайте покажу, что он работает. Неожиданно, даже не знаю от кого. Может быть, какой-то поклонник или один из подписчиков решил как-то меня отблагодарить вот таким вот образом. Решил подарить мне Powerbank. Ну, хотя бы человек от себя написал. Ну, не знаю, так как с Китая посылка, может быть, просто заказал. Но мой адрес я обычно, у меня, когда люди просят, я оставляю. Но я никогда не прошу отослать мне какой-то подарок или еще что-то, как некоторые делают от подписчиков. То есть я такого не делаю. Если человек желает как-то отблагодарить, он от себя, здесь видим, два светодиода, если вам видно, загорелось. То есть, скорее всего, Powerbank наполовину заряжен. Видно вам, да? Здесь пошла зарядка. То есть, рабочий полноценный Powerbank на 10400. Прикольно, конечно, но неожиданно, от кого и кто отправил.
хотя бы написали. Ну, вот такая, друзья, ситуация. Но опять же, за Transmart T2000 я сказал, тоже должен прийти. Менеджер мне написал, говорит, мы хотим вам отправить на обзор, не желаете ли сделать? Ну, конечно, как бы я не отказался, почему бы нет. Поэтому жду я это устройство, как придет, сделаем обязательно обзор. А это, конечно, неожиданно и непонятно от кого. Если кто отправил, хотя бы напишите, друзья, чтобы я знал. На этом все. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Огромное спасибо моим подписчикам. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Пока.